Может, это вообще девочка. Мы сейчас нарисуем купальник. Иди купайся в море. И не надо там у себя держаться. Он, наверное, в туалет хочет. Лера, слушай. А, корону. Ага. Ну, будет, короче, пока что олень. Так, нарисуем рога ему. И это, ну смотри, как здорово, ты чё? Откуда мы знаем, что там кроун значит? Напишем бе. Они машут ручками и кричат: Маша, привет, выходи гулять, мы тебя ждем внизу. Прекрати гореть. Расскажи нам, пожалуйста, может, с головы должен быть зонтик? Вот такой, наверное. Вот такой, прям и с ручкой. Да! Ладно! Неправильно, друзья. А надо еще нарисовать котика, чтобы было правильно, который сидит на коленках вонючим осенним вечером. Сказать мяу. Что-то котик фиговый. Что-то не хватает. Ушей, точняк. Лапки и фостик. И писяк. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Играем в Джаз Джо, всем привет! Привет, друзья, Валеришка Плей, рисуем рыбку с графиком. Игра называется «Просто нарисуй», первый левел, начинаем. Рыбка удачная, наша вторая рыбка влюбилась. Че тут ему? Ухо. А, это пока нас учат, короче. Здесь да. Мы должны просто обводить контур, который нам показывают. Очень смешная и очень крутяцкая игра. Так, че тут? Носок. Носок? Окей. Фу, носок, а то воняет. А то ноги воняют у Деда Мороза прям вообще. Можно ему еще шнурки нарисовать? Нет! Шнурки рисовать не надо было, друзья. Эта игра не терпит самодеятельности. Тут нужно рисовать четко, что вам говорят. Левел 3. Пройден. Дед Мороз как-то изогнулся и посмотрел на свою ногу в носках, друзья. Так, круг. Нужно нарисовать круг. Это космонавт. Он задыхается в космосе. Ага. Just draw, просто нарисуй. Друзья, погнали, сделали. Так, а тут уже нам не... А, корону, ага. Ну, будет, короче, пока что олень. Так, нарисуем рога ему. И это, ну смотри, как здорово. Ты чё? Откуда мы знаем, что там кроун значит? Напишем бе. Друзья, пусть наш король побудет немножко оленем. Друзья, это очень полезно и очень весело. Нам понравилось. Конечно, неправильно. Оленем! Но что сделать? Так, ладно, корона хоть какая-никакая, но мы попробуем нарисовать. Все, король. Все, иди, молодец. Так. Ага, нам дали кисточку, у нас открылась. Использовать. Да ладно! Так, открыть. Мы можем теперь угадывать, что нарисовано. А, мы можем это выбирать, чтобы угадать. Короче, я ничего не понял. Рисуем баскетбольный мячик, наверное. Потому что баскетбол, видимо. Он плачет. Так, друзья, забил. И теперь он не плачет. Машет нам привет. Смотри, говорит. Привет, выходи гулять. Здрасте, а Маша выйдет. Маша горит в доме. И кричит нам привет. Но мы сейчас нарисуем ее друзей внизу. И тогда, может быть, Маша выйдет. Может, моя мама отпустит погулять. Вот, смотрите, это его друзья Саша и Даша. Они машут ручками и кричат: Маша, привет, выходи гулять, мы тебя ждем внизу. Прекрати гореть. Неправильно. Конечно, неправильно, друзья. Это ты просто лестницу поставишь. Надо просто канат давай хотя бы сначала нарисуем. Попробуем канатик и туда, и на небо. Выбирай, куда хочешь. На 7-й этаж, либо на 5-й. Не то, ребята. Так. Помогите! Короче, вызываем пожарную. Приедь, пожалуйста, пожарная, забери нас, мы тут руками машем на 7-м этаже. Или на 6-м. А внизу нам тоже машут, говорит, пожарная, это мы приехали, падайте, мы вас ждем, ловим. Короче, ребята, мы не тупые, все, давай лестницу. Рисуем лестницу. Ладно, есть, правильно, спустилась. Почти что не сгорела. О, что сделать? Нос такой прикольный, слушай. Давай ему сопельку нарисуем. Стекающие, даже две. И самочку до пары. И усы ему нарисуем. Чтоб глаз второй тоже задергался. А то что-то только один дергается, друзья. Ему сделаем веселую. А то он сильно умный, ребята. Надо его немножко разукрасить, чтобы он был немножко повеселее. А то он какой-то скучный. Короче, видимо, второе очко надо нарисовать. Но мы ему нарисуем нос, как у Буратины. А, нет, как у ворона из «Привет, сосед». Все, свободен, иди. Неправильно, друзья. Так, рисуем очко. Второе. Все, очки готовы. Иди. А что такое? А что не так? Ты очки рисовать не умеешь?
А, просто кружок? Да, и носиком задвигал. Божечки, парень, как тебе помочь? Что делать, Лера? Просто нарисовать. Может, ему это нарисовать что-нибудь там? Не знаю. Короче, пойдет он у нас купаться. Ну, мы сейчас нарисуем уточку и все. И отправим его в заплыв в бассейн. Ну, или хотя бы в ванную. Так, уточка кря-кря. И, а, короче, такая себе уточка. Цветочек будет, в общем. Короче, не получилось у нас нормально. Все, короче, цветочек, иди купайся. Хорошо, говорит, я пошел. Так, неправильно. Ну, понятно, что неправильно. Мы же эти не вчерашние. Может, это вообще девочка. Мы сейчас нарисуем купальник. Иди купайся в море. И не надо там у себя держаться. Он, наверное, в туалет хочет. Лера, слушай, может, ему унитаз нарисовать или трусы запасные? Так, ну давай, трусы такие себе. Ну, ладно, короче, будет вот так. Неправильно. Бюстгальтер ему не понравился. Что же делать? Трусы. Туалет. Штаны. Штаны. Давай штаны. Писай в штаны. Не жди туалета. Мы не успеваем нарисовать. Я смотрю, тебе срочно надо. Есть, друзья. Фу. Мошки летают. А что только две? Я не знаю. Надо еще, наверное, дорисовать. Давай дорисуем. Смотри, какая нога вонючая. Должно быть много мошек. Крылышками. Так. Это пчелки, это мошки прилетели понюхать ножку. Неправильно, друзья. А надо еще нарисовать котика, чтобы было правильно. Который сидит на коленках вонючим осенним вечером. Сказать мяу. Что-то котик фиговый. Что-то не хватает ушей, точняк. Лапки и фостик, и писяк. Котик готов. Так, ладно, на носки таким способом не нарисуешь. Вот у тебя будет валенок. Ура! А мошки стали цветочками. Надо откопать клад. Лера, смотри, мальчик мучается. Откуда он под землей его видит? Лопата. Ну, блин, лопата, ну, конечно. Так, лопата. Бери. Да! Есть, откопал. Смотри, в раскоряке стоит. О, у машинки что-то случилось. Она плачет. Надо нарисовать ей ногу. Потому что у нее одна нога есть, а на этой она будет спереди ходить опираться, как костыль. Нет, друзья, она все равно плачет. Ребята, мы такие с вами художники, просто жестяк. Квадратным на квадратном колесе поедешь? Мы тебе даже, вон, смотри, диск нарисуем с колпаком. Будешь как модная машина вообще, как Феррари. Едь. Все, не хочешь? А что на ней это? А что не алё? А что не алё? Колесо было нормальное, круглое почти. Но это не совсем круглое. А ну давай еще раз попробуем. Ну давай вот такое. И вот такое. Нет! Да что за нафиг, Лера? Это, он плачет и плачет. Я не знаю, может ему стакан для слезок нарисовать. Пусть стекают туда. Неправильно. Ребята, ну логично же, что нарисовать надо колесо. Но почему-то у нас колесо игра не принимает. Едь уже. Да. Да. Все, приняла. Чайник. Чайник кипит и злится и льет кипяток в блюдце. И с этого блюдца идет какой-то фонтан. Вы давай стакан. Нарисуем чашку, стакан. Нет? Я не знаю. Нет, а что нет? Интересно, ребята, может, на 13-м левеле? А что нарисовать? Не может, знаю. Ему ухо нарисовать? Я не знаю. Ну переливается чай, что делать? Надо остудить, надо ему нарисовать вот этих синеньких еще водички, чтобы он не такой был горячий и не переливался с блюдца. И миску внизу, и тазик, и ванну. Неправильно. Ребята, что нарисовать, Лера? Так, а ну нарисуем борта, чтобы не переливался. Кастрюлька. Нет. Неправильно. Блин, я не знаю даже что. Что, еще раз тазик? Может, как бы какой-то кривой тазик нарисовали? Давай нарисуем сюда посудку, чтобы она капала сюда. Это должно быть что-то другое. О, но мы же такого не писали. Так, да пусть будет такая кривая миска. Такого у вас еще точно не было. Да, не хочет, друзья. Давай без бортов. Или просто борта с крышкой. Ровно. Может, надо ровно? Я не пойму, что надо ему. Чайник, ты говорящий. Что тебе надо? Чайник, скажи нам, пожалуйста, у тебя же есть рот, у тебя же рот нарисован, значит, ты должен говорить. Так, нарисуем ему этот бидончик, кастрюльку, блин, тазик, чашки, все рисовали. Как подсказку получить, я даже не знаю. Нету видео, чтобы посмотреть. Дайте, пожалуйста, подсказку, как мы можем... Подскажи нам, игра, что нам делать? Мы уже все кривые тазики, чашки, кастрюльки нарисовали. Попробуем еще раз. Попробуем еще раз. Я прямо не знаю. Перезайти. Так. Чем мы еще не рисовали ему? Просто борта без крышки. Нет. Неправильно. Как
капец! Блин. Я не знаю, Лера, застряли. Все. Может, зарисовать его коричнево-голубеньким, а то он мало ли там, что он наливает нам вообще. Может, это вообще гадость какая-то. Может, просто... Может, вообще все обвести вот так. Это, графин. Жесть. Друзья, это провал. Лера, что делать? Обведем все вообще в мешок, положим и выкинем в окно. Ничего не получается. Блин. Чашка. Так у нас же Мы рисовали чашку 100 раз. А, у нас она была без ручки, наверное. Ё-моё. Чашка-то с ручкой. Кто знал, что с чашкой нужна строчка? Етить, колотить. Капец, провозились. О. Тарелочка плачет. Вилку ей, наверное, надо. Есть у нас стаканчик, а есть ложечка. Есть ложка еще. Ой. А, ложку не успели. Ну, короче, без ложки будет. Так, есть... крест, квадрат, круг. Что, треугольник или что, наверное? Треугольник, ну, конечно. Левел 15. Нарисуем треугольник. Или это палатка, или это вигвам, или фигвам. Не знаю. Так, фигвам. Нам дали синий это маркер. Это фигвам. Фигвам. И синий маркер дали. Что это такое? Не, мы не хотим. А, нам нравится, да. Это потом все, давайте. Отстаньте. Тут на девочку вода льет с облачка, нам надо что-то делать. Нам надо солнышко включить или что вообще. Не знаю. В сторону, капли будут падать мимо. Зонтик. Зонт. Я такой художник, просто трэш. Зонт получился прям изумительный. Прям как пляжный, но розовый, да. Так, ничего не получается. Нарисуем вот такой вот зонтик-осьминожку. Так, нет. Ребята, я не могу понять, либо это не зонт, либо я просто его плохо рисую. Как, Лера, ты думаешь? Ну, уже красивый зонт. Я не знаю, Лера, что делать. Ты плохо зонт умеешь рисовать. Просто плохо зонт рисую. Может, давай такое, вообще палатку ей сделаем. Ну, почему я ее не могу защитить? Почему, что не так я делаю? Солнышко нарисуем, все, солнышко будет. Солнышко, свети, тучка, уходи. Нет. Глаза, ротик. Веселое было солнышко, девочка. Не какое-нибудь, а веселое. Ребята, застряли на 16-м. Не, ну все-таки, наверное, я думаю, что зонтик это должен быть. Блин, ну что мне такое криво, ребята, мышей рисовать так неудобно. Просто жесть. Так, что делать? Не знаю. Может быть, зонтик с рукояткой нарисовать? Может быть, вообще вот такой красивый зонтик? Какой тебе еще, блин, надо зонтик, девочка? Расскажи нам, пожалуйста, может, с головы должен ту-ту-ту быть зонтик? Вот такой, наверное. Вот такой, прям и с ручкой. Да! Ладно! Ребята! Из головы! Из головы должен расти зонт, запомните. Да. Поддержите лайком эту серию. Смотрите. Никогда не путать, никогда не берите его в руку, только из головы. Да. Поддержите лайком это видео, все новые серии на всех наших каналах не пропустите. На Макс, на Сим, на Плей, на Гейм, друзья. Стараемся все только для вас. Потому что у нас кто? Самый лучший. Потому что мы вас всех очень любим. Всем пока! Пока, друзья, все ссылки на канале в описании. Пока.